Всем привет, друзья! И сегодня у нас будет очередное девчачье видео. Поговорим мы с вами о косметике. Ну а косметика, которую мы с вами будем обсуждать, это декоративка от Faberlic. И сегодня утром, когда я делала макияж, я поймала себя на мысли, что полностью его выполнила только средствами от компании Faberlic. Поэтому решила с вами поделиться своим впечатлением о новых покупках от Faberlic именно в области декоративки, которые я совершаю не так часто именно от этой компании. Поэтому давайте все обсудим, выскажу свое мнение и надеюсь, что это видео будет для вас интересным, а также полезным. Как всегда, любой мой макияж начинается с подготовки кожи, с подготовки тона. И я использовала вот такой тональный крем, называется он «Кислородное сияние» и с линейки Oxyology. Крем с эффектом увлажнения. Заказывала себе самый светлый оттенок, к сожалению, уже точно не помню, как он называется, упаковочку выкинула, но для моей кожи он не совсем подошел, он оказался мне слегка темноват. Хотелось бы, чтобы было где-то вот на полтона, на тон посветлее. Что сказать по нанесению? Требуется его минимальное количество. Даже вот одно нажатие на курок, на носик, выдавливает большое количество этого тональника, что, мне кажется, можно было бы и меньше. И я стараюсь нажимать, ну вот совсем-совсем чуть-чуть, чтобы выдавить капельку. Так что этот крем очень экономичный, хватит его надолго. По нанесению выравнивается спонжиком неплохо. Выравниваю я всегда сухим спонжем. Мокрая технология, влажная технология нанесения спонжем мне, к сожалению, не совсем нравится. И вот этот крем, я считаю, больше подойдет для тех, у кого кожа склонна к сухости, потому что он прям сильно так увлажняет, и для моей слегка жирноватой кожи это чересчур, и в середине дня, даже где-то после обеда, уже появляется легкий такой жирноватый блеск. Но для сухой кожи, я думаю, он будет вести себя прекрасно. Но крем вполне хороший, заслуживает права на существование, так что присмотритесь. Далее, что я использовала. Это корректор от Beauty Cafe, самый светлый такой корректор. Мне он нравится. Неплохо маскирует темные круги под глазами. Я его использую только в качестве такого средства для маскировки вот этих кругляшков. Конечно, полностью он никуда не уберет, и навряд ли какое-то средство способно скрыть вот эти темные круги, но он неплох, он легко ложится, у него такая эмульсивая, скажем так, текстура, легенькая, не подчеркивает морщинки, по крайней мере, у меня вот эти мелкие, которые идут под глазами, легкие такие гусиные лапки, он туда не забивается. Поэтому мне вот этот консилер подошел, буду продолжать пользоваться с удовольствием. И код, если кому-то нужен, 0219, вот такой оттенок. Следующее, что я наношу всегда, это тени. И как раз эта новиночка, недавняя моя покупка, вот такая палетка теней. Вообще, я как бы к теням из Faberlic отношусь очень скептически. Раньше как-то пробовала еще, наверное, лет 5 назад заказывать. Была серия для подростков, но, к сожалению, мне как-то не очень подошла. И это вот такая нюдовая палеточка сатиновых оттенков. Я боялась, что будут эти тени обладать очень сильным таким шиммерным оттенком. Думала, что тени будут похожи на старые бюджетные тени Ruby Rose. И если кто-то пользовался, я думаю, поймут, о чем я говорю, когда они прям блестели-блестели. Но вот посмотрите, нанесла на глаза, и смотрится это все вполне адекватно. Наносится хорошо, но единственное, я всегда использую основу для теней, основу под макияж, и слегка припудриваю тени пудрой. Тогда вот тени ложатся просто прекрасно, смешиваются неплохо. Растушевка теней также хорошая, и такого явного блеска я не замечаю. Мне кажется, смотрится вполне-вполне носибельно на каждый день. И вот эта вот палеточка теней на каждый день просто прекрасно, оттенки не кричащие. Я осталась, честно говоря, довольно мне понравилось. Единственное, что вот этот светлый оттенок белый я пока не использовала. Но им, в принципе, можно пользоваться как хайлайтером. Можно высветлять, например, зону под бровями. Тогда лицо будет более фактурным и интересным. Но вот эта палеточка мне понравилась. Вот эти оттенки очень-очень даже неплохие. Была там еще палетка в сером цвете. Но не знаю, мне кажется, серые оттенки сейчас под мой цвет волос не совсем подходят. Но если это не так, то, пожалуйста,
Исправьте меня, поправьте меня в комментарии, вам со стороны видней. Единственный минус этой палетки, это, конечно, в оформлении. Вот этот глянец, и на нем видны все отпечатки пальцев. Но это такое чистое эстетическое, скажем так, обозначение, эстетический нюанс. Но в остальном палетка классная. Жидкая подводка черная, тоже это новиночка. Это черная жидкая гелевая такая подводка в виде маркера. Мне нравятся такие подводки. Вообще жизнь без стрелок я просто не представляю. Мне кажется, со стрелками глаза выглядят намного выразительнее. Хотя, девочки, вы мне постоянно пишите в комментариях, что и без косметики выгляжу хорошо. Но как-то вот привыкла уже без косметики, без стрелок никак. Подводка имеет очень хороший тоненький носик, хорошо прочерчивает. И первый раз пользоваться ей мне было не очень удобно за счет того, что подводка новая. И настолько она жидкая, настолько она свежая, что хотелось бы, чтобы она чуть-чуть подсохла. Тогда вот пользоваться ей намного легче, потому что именно в таком состоянии, в котором сейчас, вот в новом свежем, одно неловкое движение, и рука дергается, стрелочка становится неровной, но зато пигментация классная, заполняет хорошо, кончик ровный, стрелочка получается ровная, адекватная, хорошая. Подводка стойкая, классная, буду пользоваться, мне понравилось. Единственное, что слегка подсушу ее. Далее тушь. Заказала вот такую тушь по акции, называется она Push Up Effect. Но вот тушь меня как-то разочаровала, вот эта тушь мне совершенно не подошла. Кисточка неплохая, обычная, стандартная, но вот такого объема, к которому я привыкла, и удлинения, которое я ожидала увидеть от этой туши, к сожалению, она мне не дала. Возможно, мне не подошло, возможно, я как-то предвзято отношусь, но вот с тушью не подружилась. Да, окрашивает реснички, чуть вроде бы придает объем, но не тот эффект, к которому я привыкла. Например, я заказывала тушь самую дешевую, бюджетную из Китая в желтом флакончике, уже не раз вам про нее говорила, и то она как-то удлиняет намного лучше. Вот это, к сожалению, мое разочарование. Для контурирования лица я использую вот такую палеточку. Палетка прям очень шикарная. Мне она досталась по акции, там сделай заказ на какую-то сумму, получи эту палетку за 1 рубль, и так она стоит в районе 1000 рублей, даже 1000 с копейкой, но палетка действительно шикарная, и когда вот я ее получила за 1 рубль, просто была неимоверно счастлива. Палетка включает в себя бронзер, также средства для контуринга, хайлайтер в серединке, вот эта пудра и румяна. Очень удобно такую палеточку брать с собой в сумку, потому что, посмотрите, в таком маленьком формате мы имеем сразу 5 средств для контурирования лица. Хорошо оттеняет скулы, я наношу, конечно, но вот слегка-слегка. Я не люблю, когда сильно выражены скулы, сильно выражен румянец, но вот легкое такое ощущение контурирования мне нравится. Также же всегда подчеркиваю зону подбородка. Он слегка чуть, как бы, скажем, вытягивается, страница. Но вот румяна лучше тут наносить очень деликатно за счет усиленной пигментации. И наносите, если будете заказывать, прям легко касаясь кисточкой щек кожи, чтобы не переборщить с этим оттенком и не быть похожим на матрешку. Пудра мне тоже понравилась, хорошо матирует и держится долго. А также хайлайтер неплохой. У него мелкий такой помол вот этих светоотражающих частичек. И ложится тоже деликатно, хорошо высвечивает скулы. Палетка, да, это очень удачная, компактная. Мне понравилась. Очень-очень-очень я довольна, что мне досталась она по акции. И еще одна новиночка, которая меня порадовала, это губная помада, которая и завершила мой макияж. И вы можете видеть ее сейчас на моих губах. Это вот такая новая матовая помада. Красивый флакончик такой, упаковка. И таким образом выглядит оттенок. Код 460. Самый такой бежевый, коричневато-нюдовый оттенок, который я люблю на повседневно. Ложится хорошо, но если у вас губы склонны к сухости и шелушаться, например, как у меня, лучше перед этим нанести какое-то увлажняющее средство, например, бальзам для губ, гигиеническую помаду, либо тот же самый детский крем, дать впитаться примерно минуты две и потом уже наносить эту матовую помаду.
оттенок красивый, шикарный, мне нравится, с удовольствием вот буду продолжать носить эту помаду. И у этой помады хочется отметить не сильно такой важный момент, но все-таки приятный. Это магнитная защелка. Вот тут имеются магнитики, и посмотрите, как крышка притягивается к помаде. Вот. Мне понравился вот этот нюанс тем, что я помаду всегда ношу в сумке, и бывает, что открывается, а тут как-никак надежно, и чтобы открыть, придется прилагать усилия, чтобы вот это магнитное воздействие нарушить. Это, конечно, здорово. Ну что, друзья, вот и подошла к концу моя болтовня. Надеюсь, она вас не сильно утомила. Если видео хоть капельку было для вас полезным и интересным, поддерживайте пальчиком вверх. Как всегда, жду ваши впечатления о моем макияже, об этих товарах. Не стесняйтесь, пишите, давайте общаться, давайте обсуждать меня, давайте обсуждать косметику. Ну а на сегодня это все. До скорых встреч и пока-пока!